Right to Life presents. Спасатели не знали, что обнаружат, когда им сообщили об опасности, грозящей крошечному щенку на дороге. Развязка этой истории способна растрогать до глубины души. Сотрудник приюта для собак «Младеновец» в Сербии получили звонок от прохожего, увидевшего на обочине брошенного щенка. Это опасное место для любого животного, не говоря уже о малышах. Желая спасти его, волонтеры направились к указанному месту и приступили к поискам. Они проехали несколько километров и пересекли грунтовую дорогу. Через несколько минут осторожного путешествия они наконец нашли того, кого искали. Вдалеке они наконец увидели крошечное существо, сидящее рядом с разваленной бетонной колонной. Этот крошечный щенок был абсолютно один и очень близко к дороге. Он выглядел таким крошечным, что все были в шоке. Было понятно, что ей нужна помощь как можно скорее, но когда к нему подошли спасатели, малыш испугался и убежал в кусты. По-видимому, это будет намного сложнее, чем изначально думали люди. Понимая, что они без него не уедут, было решено сделать все возможное, чтобы обезопасить его. Волонтеры понимали, что пришло время набраться терпения и ждать, когда щенок снова появится. Поэтому они медленно подошли к месту, где пропал щенок, и стали его спокойно звать. Вот именно в этот момент они увидели то, чего никак не ожидали. Не один, не два, а пять щенков. Помет крошечных щенков, примерно двухмесячного возраста, был брошен без матери прямо здесь, в глуши. Кто мог быть таким бессердечным? Было видно, что эти беззащитные существа не могли постоять за себя. Их тихий лай и писк приносили огромную радость. Все эти дети почувствовали себя счастливыми и вздохнули с облегчением, увидев, что кто-то наконец пришел к ним на помощь. Спасатели приготовили для них еду и воду. Как только щенки почувствовали запах, они оставили позади все свои страхи и сомнения. Они были слишком голодны и хотели пить. Пока они ели, один из спасателей все еще надеялся, чтобы мать вышла и присоединилась к ним. Но нет, этот момент так и не наступил. Было видно, что собаки мамы поблизости с малышами не было. Они страдали не только от голода и опасности, но и от чувства одиночества. Без мамы малышам было очень плохо. Поев, волонтеры собрали щенков и отнесли в спасательную машину. Перед отъездом они еще раз проверили окрестности, чтобы исключить последнюю надежду найти собаку-маму, но, к сожалению, ничего не оставалось делать, кроме как вывести сирот из этого захолустья. Щенков отдали в приют, где они получили всю необходимую ветеринарную помощь и много любви. Как только они будут готовы, они надеются разместить их в домах, которые идеально подходят для каждого из них. Вскоре этих детей перевели в безопасное место. Доброжелательность людей имеет большое значение в историях о брошенных животных. Добродушие человека, обнаружившего этих щенков в опасности, стало первым шагом к изменению их истории. Как и солидарность и хорошая работа этих добровольцев. Представляем вам прекрасных щенков, которые получили невероятный второй шанс в своей жизни, их назвали Лара, Обезьянка, Лалеби, Луна и Бруно. Разве они не все очаровательны? Вы также можете внести свой вклад, хотите верьте, хотите нет. Каждый раз, когда вы делитесь такими историями в своих социальных сетях, вы повышаете осведомленность в ситуации, когда некоторые животные живут в непростых условиях в разных частях света. Ставьте лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал. Вместе мы сделаем мир чуточку лучше.